О, ты же такая маска есть. Ну сколько его можно бить? У него даже энергии нет. Где? Пойдемте дальше, посмотрим, что там еще будет. Друзья мои, мы сегодня маску надели не просто так. Дело в том, что на нашу планету напал какой-то вирус-убийца, который сносит всех на своем пути. И сегодня мы должны с ним обязательно справиться. Знаете, как мы будем против него защищаться? У меня вот есть вот такой вот меч. У меня есть маска, чтобы не заболеть вирусом. Это очень важно. Коронавирус? Ну, наверное. Мы сегодня будем бороться против этого коронавируса. Я не знаю. Вообще ужас какой-то. Кстати, если мы будем бороться против вируса, нам за это будет платить денежки. Вот это вот вирус. Вот он, видишь, желтый. Я не знаю, если мы по нему бьем, видишь, они злятся, такие вирусные какие-то молекулы начинают сразу злиться. Да, мы должны сразу продать это все. Для того, чтобы нам больше нужно покупать таких, бороться с вирусом, нам нужно прикупить себе масочку. Давайте купим масочку. Смотрите, мы можем в магазине купить себе специальный меч, а еще маску. Давайте прикупим какую-то маску. Какого цвета вы хотите маску купить? Воу, смотрите, даже такая есть. Она такая у нас тоже есть. Так, у меня сколько денег? А, я могу на себе пополнить денежки. Давайте пополним. Даже не знаю, какую себе купить маску. Типа. Ладно. Бесконечно. А есть такая разве? Да. Где? Подавай меч новый. О, ты же такая маска есть, боже ты мой. Пока не вижу я ее, Милан. Ладно, давайте начнем с простой. Давайте купим, даже не знаю какую. Какую, может? Да. Белую такую? Да. Давайте белую, ладно, окей. Хорошо, покупаем белую. Так, давайте какой-нибудь купим супер меч. Давай зеленый. No, no, no. Зеленый. Нет, давай синий. Вот такой классный. Мне нравится. Ну-ка, ребята, смотрите, вот наша маска. Вот наш меч против коронавируса. Смотрите, он светит. Ну-ка, выходим, погнали. Так, нам надо уже идти на более новую площадку у нас, ну давай вот с этим. Хрязь. Вон, видишь, как злится, да? Все, нету его. Пойдем вот сюда. Там побольше этих вирусов. Покупаем эту территорию. Идем сюда, ребята. Здесь уже другие какие-то, это более Китай, мощные. Это Китай или какую-то, это Италия? Какую-то мы страну пришли, где, в общем, много этого здесь вируса. Это только Италия. Что с Китаем же победить? Смотрите, вот этот вирус очень мощный. Он розовый? Да, его вообще как бы не победить. Но я предлагаю еще дальше нам пойти. Пойдемте дальше, посмотрим, что там еще будет. Там уже можно? Какие-то вирус превращается в привидение, что ли? Что за бред? Посмотри, вот так. Вот так я с ним борюсь. Вот так, вирус, исчезни! Он исчез. Опять появился? Да, он распространяется очень быстро, с ним нужно бороться уметь, ребята. Его тогда никогда не закончится. Давайте, ладно, пойдемте на эту карту. О, вот тут уже реально мощный вирус, ребята. Вот он какой, фу. Давай, боремся с ним. Он реально мощный. Давай, исчезни, вирус, исчезни! Странно, почему я его бью мечом? Почему не каким-то распылителем, знаете, таким, который проводит дезинфекцию? Почему я бью его мечом, этим вирусом? Боже ты мой, где мы? Это что, вирус, что ли, рука? Вирус привет. Какой вообще? Вот он вирус, давайте боремся с ним. Боремся с ним, ребята, давайте, мы должны его победить. Кстати, здесь еще есть самый огромный вирус, босс. Он реально гигантский. Я думаю, что до него мы скоро дойдем. Так, пойдемте, знаете что, продадим, наверное, все это. Или пока еще подзаработаем вирус. Давайте еще немножко. Давайте, нам еще нужно побольше вирусика. Странно, что мы на вирусе зарабатываем деньги, не правда ли? У меня супер маска, ты видишь, у меня маска. Я в защитной маске, я не заработаю. Ты думаешь, маска не спасет? Нет, у тебя нет костюма специального. Ты просто ходишь такой с голыми ногами, с голыми руками. У меня сильный иммунитет. Все, ребята, продаем. Так, давай на базу. 15 тысяч у нас. А это что, ребята, смотрите, вон огромная молекула. Коронавирус. Может быть, мы его сможем купить? 500 гемс. Что такое гемс? Вот это гемс. А это кристаллы. Чтобы сразиться с ним, нам надо 500 кристаллов. Ладно. Так, у меня есть один план. Сейчас мы с ним сразимся, ребята. Так, ребята, мы сейчас будем сражаться с самым огромным вирусом. Это вирус-босс. Вот, площадка открыта. Вот он, самый огромный, гигантский. Ну, здравствуй. И что ты от меня хочешь? А ну-ка, хрясь. Хрясь, говорю, исчезни. Фу, не зарази меня только. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, прожилки. Ребята, где его энергия? Я не могу понять. Где? Он реально какой-то бесконечный. Это огромный вирус просто. Господи, я прям в него внутрь захожу. А вдруг я заражусь? Это всего лишь игра, пап. Ну да, Милан, это же всего лишь игра, что ты? Это же не по-настоящему. Арчи!
Ладно, ладно, я пошутил, что ты. Ребята, ну почему я его не могу победить? Может, у меня слабый меч? Предлагаю купить пойти более прокачанный меч. А то что такое, смотрите. Ну сколько его можно бить? У него даже энергии нет. Да ну тебя. Какой-то ты странный. Раз мы не можем с ним сразиться, давайте купим себе более прокачанный меч. Вот это золотой. Вау. Наверное, у нас не хватит денег на него. Ну-ка, смотрим. У меня 25 тысяч всего лишь. Ладно, давайте я чуть-чуть пополню. Сейчас мы его прикупим, не волнуйтесь. Где этот супер меч? Где он? Во! Что? Нет, у меня не хватает денег на него. Ладно, я придумал, что я могу сделать. Иди сюда, вирус. На. Иди сюда, вирус. На тебе, вирусок. Все, я смогу теперь его купить. А это что? Сундук закрыт. Наступила ночь. Быстро, давай согласись, реально ночь наступает. Вот он. Да ну, вы чё? Есть. Покупаем. Есть. Смотрим. Вот он, посмотрите, какой у нас кинжал, ребята. Погнали на ту площадку, где эти крутые коронавирусы. Бежим сюда. Пап, где самый большой? Давайте пойдем, где на самый большой. У нас так мало монет. У нас мало монет, ребята. А дальше там еще сильнее вирусы. Что там я происходит? Самого большого. На главаря, что ли, того? Зачем? Только для чего тогда? Хочется его пожамкать, что ли? Да. Кстати, ребят, если у нас шамп, маленький слайм. Это, кстати, ребята, наши слаймы. Кто уже был в нашем интернет-магазине на Милана Мерч, ссылка в описании, заходите, там прикольные есть слаймы. А мы продолжаем бороться против этого коронавируса или вируса, что это такое, вообще не знаю. Ну, коронавирус, пап, китайский. Ну, это как-то странно, это не по-настоящему. Мечом же не бьют вирус. Согласись ведь, Дань? Как вообще он его видит? А вообще, как можно научить человека? Ты здесь будешь бить человека, и коронавирус, и внутри человека, вот, то ты можешь умереть просто. Сам умереть. На поле напишите мне перевод, я почитаю. Так, ребята, пойдемте на новую локацию. Мы сейчас купим новую карту. Фу, Милан, что у тебя происходит? Это Snow Slime. Ой, здесь Cloud Slime. Смотрите, я покупаю новую локацию. Итак, смотрим. Зачем ты их покупаешь? Потому что... Там тоже нужно бороться с вирусом. Бабушка, смотри, тут какие-то вирус-глаза. Ничего себе! Следующая локация 100 тысяч стоит, представляете? Давай, уничтожайся, давай. Смотрите, ребята, следующая локация будет 100 тысяч. Это сладкая страна какая-то, кстати. Там мишки эти. Правда, я их не люблю. Почему? А я люблю. Так, а теперь мы можем купить еще? Маску? Карту. Ребята, напишите в комментариях, кто смог побороть вот этого злого монстра, этого вируса, огромного убийцу. Как его вообще побороть? Кто это играет? Это самый главный главарь, которого нужно уничтожить. Но я его не могу победить. Кто его побеждал? Напишите в комментариях, а я пока пошел дальше. Пойдем себе маску новую купим. Шоп-шоп. Сейчас продадим сначала. Вот, заходим в магазин масок. У нас, кстати, уже маски заканчиваются. Надо маску более прокачанную покупать. А, так, придется, наверное, вот эту зеленую купить. Блин. Нет, только на нее хватает денег. Ребята, что делать? Вот я в такой зеленой маске теперь, здрасте. Ну, я согласен, она такая себе. Но зато она помощнее. Ну что, ребята, вперед спасать планету, ребята, от вируса. Если вы играли в эту игру, если да, то ставьте лайкосики. Если нет, то подписывайтесь. Если вы подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые серии. А если вы прошли все эти карты, напишите комментарий, я прошел. А кто, кстати, все карты прошел? Прям интересно узнать. И даже еще большого монстра. Потом лайкнем комментарии. Да. Мы читаем их. Так, а теперь давай пойдем. У нас хватает? Пойдем, но у нас не хватит. Эх, ребята. Друзья мои. Друзья мои, что тут за хохотушка у нас? Вы знаете, что мы накопили много денег для того, чтобы открыть эту карту. Ой, это, и конечно, убрали слайм. Это, кстати, много пришлось времени потратить на это. Но мы готовы открыть эту сладкую страну. И знаете, что я там вижу? Я вижу там ракету. По-моему, человечество не сможет справиться с этим вирусом. Ну, имеется в виду в Роблоксе. Но в настоящей жизни мы точно с ним справимся. Как уже его... Мне смешно стало, что я чихнула. Да я шучу. Oh my god. Ладно, друзья, мы будем дальше этот вирус бить и побеждать. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. У меня не хватит.
спасибо.